зрители, подписчики, добрый день. В общем, ребятки, не дают мне Новый год. Нормально. Ну, с одной стороны, нормально. Детям на конфеты. Женщинам на шампанское, на конфеты, нам на водку. В общем, надо в движении участвовать. Сиськи мять некогда. В общем, сейчас я вам все покажу. Движухи все. Вот, ребята, у Миши на стояночке стоит интернационал. Решетку сделал человек. Бампер согнули. Наверное, на тракфесте будет участвовать. Такой аппарат, блин. Ребятки, у нас тут снега накидало, блин. Сейчас на бафике пру в дорогу, блин. Надо катнуться, блин. Снега вообще полметра. Сейчас покажу вам, как бафик шмалит по снегу, блин. Дождь идет, блин, мокрый. Со снегом. Вот так, ребятки, блин. Бафик сейчас пойдет, блин. Он как УАЗик, ему пофигу, блин. По любой погоде, блин. По любому снегу, блин, вообще пофигу, блин. Даже нигде он и не буксует. О, баба-яга моя тут нормально, блин. В общем, ребята, позвонили, блин, перед новогодние движухи. Ну надо что, поехать еще немножко, блин, перед Новым годом крутануться, вертануться, блин. Так что сейчас будем грызти, блин. Вот. И пошел красиво, блин. Как некоторые рассказывают, бобики. Эти бобики дрючат, любые ваши бобики просто дрючат. Так что так, потом приеду, покажу, сейчас прогреется. В общем, ребята, движуха как на вокзале, блин. Тут надо уже бухать, елки, шишки собирать, блин. Я знаю, кого можно шишек набрать. Вот, сейчас, в общем, гружу, блин. Ёлки-палки, ливень херячит, блин. Сейчас, блин, я даже туда не хочу выходить. Сейчас опрыскиватель попробует. Гружу вести, блин. В общем, движухи вообще, блин. Караул тревога. Офигеть. А сколько у него длина? 18 метров, ребята. Я снимаю вас, я вас на YouTube выложу, блин. Не ругайся, зрители будут смотреть. Ну как, рекламирую вашу продукцию, мне ваш директор сказал. Я тебя умоляю, не надо быть подхалимым, а? Вот там, не, да? Не, ну может, кому-то интересно. Кто-то будет смотреть из фермеров, кто-то купит себе. Есть поменьше, 12-метровые. Ну да, там 12-метровые. Разбрасывать. Игорь! Сейчас ядро проверят, посмотрят, что работает нормально. Ну все, ребятки, загрузился я, блин, опрыскивателем. Вот. Вон. Не показывал, потому что, блин, ничего интересного нету. Вон он сзади стоит. Сейчас пру, в общем, на выгрузку. В общем, обещают у меня быть очень интересное время перед новогоднее. Вот, так что сейчас потихонечку идет дождь мокрый. Так что, блин, скользко, наверное, по трассе будет. Зеркала пообмерзали. Вот поэтому
вывод следующий. Обязательно я буду делать на Интере. Обязательно на Интере буду делать себе зеркала с подогревом, потому что это полная хрень, блин. Так что так, такое кино. Вот вам, ребята, еврофуры. Еврофуры, еврофуры, блин. Ну куда ты лезешь, ишак тупой, блин? Вот вам, ребята, еврофуры. Никто никуда не едет. Снега чуть присыпало, Вольво. И все. И чувак прилип. Газует, блин, без понтов. Так что так. Выбор Америки у меня не зря. Бывают такие моменты, что лучше всего иметь трехмостовую машину. Это он в городе газует. А что ж будет, если он куда-нибудь в деревню в какую-нибудь заедет? Блин, позапотели стекла, труба, блин. Так что так, ребята. В общем, спидометр работает. Все нормально. Так что все в огонь. В огнях. Гаишники стоят, блин. Что-то, ребята, блин, дворники замерзают. Вон мясо стоит. В виде классики. Что это? Шаха, блин. Морды нету, блин. Это по-серьезному, блин. Мясо разлетелось, блин. Охереть, блин. А шо он упорол? А сюда тоже упорол, блин. В общем, на выезде из города пробка. ДТП. Надо быть внимательным во всех этих вопросах. Дворники замерзли, блядь. Надо выйти отрусить. Ну что, ребята, заправляем дешевый дизель по 41 рублю. Сейчас. На пятерку. А ты знаешь это, я ж в Москву поехал, а он встал, блядь, 23 градуса было, пизда на, прилип. 23. Вот. Ну сейчас у меня уже, ребята, подключен этот обогреватель, поэтому даже, да. В общем, вон стоит Volvo VNL-ка, походу замерзла навсегда до лета. В общем, что-то вообще, блин, дождь идет, блин. В общем, по 41 рублю хлюпаю, посмотрим, что там. Лью полный бак, так что, я думаю, будет чики-дэн все. В общем, ребята, испытываю судьбу. Солярой. Во. Если что, Димка есть, подъедет. Что-то ерунда, блин. Посмотрим, что там. Обогрев работает. Ну, труба, я вам скажу, градусов 70-80. Я думаю, не замерзли. Как говорится, трусы. Все, ребята, вам забываю снимать. Вон она, потянула ее. Помчался. Выгрузился я уже, блин. Вон он поехал, блин. Погода хреновая, дождь идет. Вот, выгрузился там за Азовом. Все. Солярочка, сейчас покажу вам солярочку. Да, солярки до жопы, полный бак вообще, да. К
катайся, не хочу, блядь. Все, надо двигать. Потому что все мерзнет, стекла мерзнут, все мерзнет. Погнал домой. Там еще движухи есть, потом расскажи. В общем, ребята, жопа полная. В общем, ребята, засада. Идет этот дождь. На улице минусовая температура, минус 5. Стекла замерзают. В общем, печки не хватает. В общем, смотрите, что я, как я хренячу. Вот у меня газовый баллончик. Я вот так стекла хренячу. И все, и нормально. Вот так вот и еду, блин. Нормально. Вот так вот приходится выходить из положения, чтобы как-то по трассе до города добраться. Сейчас вот в Ростов езжаю. Сейчас мимо гаишников так буду проезжать, блин. Ой, блин, с газовым баллончиком. В общем, такая тема. В общем, проехал, я ничего не сказали. Ну а что делать вообще? Ну а как выходить из ситуации, блин, если замерзают стекла? Видите, какая фигня, блин. Вот, сейчас заеду в город и... Ну не хватает печки, не хватает печки, чтобы нагреть стекло. Вот так вот и едем потихоньку. Че, тут погреем, там погреем, блин, и все. И ничтяк. Зато едем. Вот смотрите, ребята, на Малиновского. Асфальт сушат, блин. Мазурики, блин. Вообще никуда не едут, блин. Пробки, блин, просто труба. Сейчас по Ростову бегу. Ну, сейчас скорость уже маленькая, то есть по городу. Стекло хватит отогревать, а на трассу выходишь и все замерзает. В общем, пробки в Ростове просто труба. Все сушат асфальт. Ну, кто-то идет груженный, те идут, а кто пустые там. Ну, одноногие, в общем, дают тут прокакаться Ростову. Ну что, подъезжаю в Таганрог. Да, пока пробрался, блин, до Тагана. Заезжаю сейчас со стороны Николаевского. Тогда в основном сюда фуры ныряют. В общем, сейчас буду грузиться. Блин, стекло надо вытереть просто в хламину, блин, грязное. В общем... Вышла уборочная техника, да она нахер уже не нужна, блин, когда каша, блин, стоит, снега уже нету, блин, они выехали, блин, клоуны, блин, уборщики, блин, раньше надо было убирать, когда снег был, блин. В общем, ребятки, сейчас будем грузиться. А что, сегодня 28 число, опять эти, блин, дальнобойщики там прилипают, блин. В общем, сегодня уже 6 часов. Получается 28 числа. Вот. В общем, сейчас грузиться, надо сейчас в рейс. Сиськи мять некогда. До Нового года немного осталось. Таганрог. О, Нива не взяла ни хрена, дергала, блин. Видите, лед такой. Бля, баб, блин, он как с этого. Слышь, как он с космоса, блядь, прилетел. Охереть, блин. Сейчас мы посмотрим, что там. Что, ты решил не ехать на погрузчик, блядь? Застрянет, блин, снега до хрена, куда? Ну тут же у тебя асфальт везде.
красиво. Ну давай, ну что, попробуй, если не получится. Слышь, а мне кажется, он вообще, он едет как-то или нет? Вон, видишь, сколько снега. Вот так вот баб, блин, шумалит, блин. Говорит, заехала сюда фура, говорит, тут застряла, говорит, два дня ее тут тягали, блин. Ни хрена вытащить не могли, блин. Сейчас посмотрим, блин. Ну и все, ребятки, загрузил я бункеры. 3 штуки бункера кинул мне. Вот. Все, выдвигаюсь, блин. Выдвигаюсь на бафики, блин. В общем, попёр. Глянь, обледенел бы ты. Танки грязи не боятся. Вот так у меня баф тут месяц, блин. Снега просто по колено ему вообще, блин. Пофигу, блин. Просто, ребята, пофигу этой машине, блин. Вот так он, блин, ездит. Я ж говорю, снега по колено он прет, блин. Так, надо заехать домой, взять зарядку, блин. Блин, что-то меня мотыляет, как новогоднюю елку, блин. Высокая эта херня. В общем, так, потом дальше репортаж буду вести. В общем, ребятки, 29 декабря. Ехал я в Краснодарский край. Так, немножко перекимарил туда-сюда, блин. На выгрузку лечу в Темрюк. Там даже не в Темрюк, а почти на Крымский мост. Вот, сейчас погодку вам покажу. Погодка, конечно, изменилась. Не такая вчера, не такая, как в Таганроге вчера была. Такая, ребята, погодка. Снега практически нет, зеленые поля. Лупит дождь. Так что, блин. Ливень идет и все, блин. Что у меня там до выгрузки осталось? Это я Тимошевск бил. 25 километров осталось. Сейчас 8 утра. Так что, блин. Пока шмалит. В общем, подъезжаю я к Темрюку. Что-то дорога не айс. Все зеленое. Дождик так покрапывает. Снегом и не пахнет. У меня полные бункера снега. Были вода, блин, снег шурует. Блин, вчера тут дорога какая-то ушлёпанная, блин. Вот, пробежал я Темрюк. Он остается, получается, с правой стороны. Сейчас по объездной, иду, мне еще от Темрюка 25 километров. Старотитаровская. В общем, 25 км осталось до выгрузки. Так что межконтинентальный шаттл шмалит. Все нормально, полет нормальный. Приборы работают. Спидометр работает, тяпка на месте. Это тяпку я брал снег с лыжи выгребать, блин. А снега там уже давно нету, ну ничего. В общем, 25 км осталось. Погодка нормальная, даже окно открытое. Еще на улице тепло, кайф. Так, что у нас там за развилочка?
Атамань, Темрюк, порт Кавказ прямо. Нам по кольцу уходить сейчас налево. Что-то дороги, блин, подушлёпаны. На Тамань. Тамань 64 километра, но до Тамани я не доеду. Ай, ребята, все приперся. Старо-Титаровская. В общем, что-то тут осталось до Крымского моста. Трусы там что-то километров 30, наверное. В общем, сейчас надо позагорать, выкидывать нахрен эти баки. И все. И домой. Там уже Новый год стучится. Отдыхать. Хватит. Что там у нас баки стоят? Баки выкинуть. Всего. Будет нормально. Ну и все, ребята, выкинул я. Блин, тут у них грязи, просто реально по яйца. Все, манипулятором сдернули, сейчас собираю всю фигню. Руки вымываю. Во! Че там, снег есть? Нету снега. Ну, в общем, так, пошел я ремешки, руки вообще в соплях, тут надо руки отмыть. Так. Так, ребятки, беглый осмотр машинки, что все сухо, все везде ништяк. Так, что у нас с керосином? С керосином больше полбака на обратную дорогу хватит. Еще и останется. Так, там сухо, тут сухо. Ёлки-палки. Там он сейчас документы привезу. Все, выгрузился. Блин, грязище, а вон там ховик стоит. Пойду посмотрю, что там делаю с ховиком. С мовиком, блин. По-человече, но то не будет работать. А движок какой у тебя? ВД-615? Слушай, чуть попроще. Вообще без понятия. Синотрак стоит. А ну да, я гляну. У меня аж такой же стоит. Ну, вот. Нет, это евро, ребята, евро второй. Видишь? Евро второй. Головки другие. О, 4 моста, блядь. Бегает, блин, как с добрым утром. Вообще аппарат сильный. А сколько он жрет? Ты знаешь, литров 50, наверное. Это в груженном состоянии. Ну это сколько везешь на нем? Ну 40. Начиная от 40, кончая 49. 40-49 тонн, 50 хавает. И тара, говорит он, у него получается 20 тонн взвешивали. Офигеть, дурмашина. И у него движок стоит 330 лошадиных сил, потому что это евро второй. Так что, ребята, хватит мне, блин. Вон, видите, как сделано это. А горняком пользовался? Человек работает, а я его забагаю. А горняком пользовался? Все время пользовался. И что, нормально? Тормозит? Головка давно пизда пришла. И так поменял на 85 тысяч головки. Ну, а этот горняк нормально, да, тормозит? Прекрасно.
Но он, получается, топливную перекрывает, да, и... Я не знаю, по-моему... Он и топливо перекрывает, иначе эти прокладки повылетают. Он и топливо перекрывает. Может. Да, да, да. И нормально тормозит, да? А сколько он пробежал уже, мотор этот? 88, по-моему, сейчас. Сновья, 88, да? Ну, ни масла не жрет, ничего, да? Не, масло доливаем, 1000 на 30. Ну, так скажем, лучше, больше, литр два. На 30 тысяч 2 литра, да? 2 литра, да. Ну, и постоянно он груженный на пассаже, потому что тут дорога, сам знаешь, какая, вверх-вниз. Вверх-вниз, подъемы. Да, и вот этот на этих подъемах бедолагу ему, блядь, давишь. Ну, сам знаешь как. Я понял. Сколько времени? Смотрите, а? Это еще, вот мне пацаны тоже сказали. Он еще, блядь, приторможенный. Вот его бы, блядь, раз... Ну, перешить, да, получается? Да, тут же Common Rail стоит у него. Да, и вообще, ты говоришь, вообще он будет заебись. Так что... А резины на сколько вот этой хватает? Резина, вот смотри, передняя стоит родная, блядь. Ну. А вот эту мы поменяли уже, где-то 1050. Ну вы ж по карьерам ползаете, да? Так карьеры ты пусть сильный. В основном это асфальт, что там карьер, блядь? Ну с полтинником нормально, блядь, да? А так, она у нее стоит 215 на 80-22 IP. Да, мосты такие, елки. Это просто жопа, ребята. Карданы. Карданы такой же, как и я поставил. А у него получается полная блокировка, да? На этих, на мостах. Две блокировки. Две блокировки. Межосевая и да, получается. Желательно пользоваться в ней очень редких случаях при очень большой надобности. А так она говорит, ну, я просто со слов других говорю, что она не очень. Хотя я вот в песок застреваю, включаю ее. И пошел, да? Ну, не пошел, а потихонечку, с песка выскочил, сразу выключил. Черепаха. А какая коробка тут стоит? А вот 12. 6. Каких 6 таких? А, перебивается. Ну, это я понял. Шанкси получается коробка. Ну, я себе, у меня стоит коробка ZF. 5S150, это получается 8-ступка. И черепаха 9-я. Но синхронная. 6 черепах, 6 таких. Я понял. А, ну сейчас я вот так чуть-чуть его. Опа! Вот ребята, блин, ходят, блин. Аппарат. Грязно, не обращай внимания. Да, чё мне грязно? Все душечки сходят ко мне. Вообще четкий аппарат, блин. Аля, оп. 12-ступка. Флажком перебивается. Ну, аппарат, ребята, скажу, четкий, блин. А, ни люфточков нету, ничего, блин. А, ой. Полочка у него такая, блин. Отличный аппарат. Амортизаторы такие, как я себе воткнул. Вот они. Вот. Передние. А назад я поставил. А ну сейчас посмотрим, что у него заводское стоит. Должны быть здесь тоже. А у него вообще тут их нету, блядь. Почему нету? Должны быть, блядь. Потоньше, которые, ну, сзади не будет, сзади лесо это. Балансир. Ни хрена нет. Вот, ребята, вот такой аппарат, блядь. А, говорит, 50 тонн, говорит, везем, блядь. Ёханый бабай, вагон, блядь. Ты став тара, блядь, тара, двадцатка, блядь. И движок стоит 330 лошадиных сил. Ну, сейчас я у него по скорости спрошу, что он прет, блядь. Опа, синотрак. Четкий аппарат. Мне вообще китайцы нравятся, блядь.
Так, где же они документы везут? Сейчас я по скорости у нее спрошу. А сколько он по скорости едет? Ну так, в среднем. У нас нет среднего. Ну сколько? Или минимум, или максимум. Ну 110 идет. Ну, а так по трассе сколько? 80? 80 по трассе 110. 110? А что? С 45 тоннами? Ах, он меня не смотрит. Не, ну 45 тонн, блядь, тут просто негде так разогнаться. Под горку, да, я его пускаю, разгоняю до 110. А так, блядь, 90-100 на... Где тут? Нет тут? У нас расстояние-то, ёпта, тут и нихуя, тут 40 километров. Из них, блядь, 4 подъема. Да разгони, да? 110 идет, блядь, нормально, блин. Так, приехали документы, наверное. Ну и все. Выгрузился я чуть-чуть с этим, с Ховой. Сейчас с водилой поговорил. Сейчас я вам, вы когда видос выкину, послушайте. Сейчас хотел так послушать. Все, ребятки. Этот шаттл, хотел сказать Боинг. Шаттл мой младший, блин, летит домой. Новый год на носу. Потому что, как люди говорят, как Новый год встретишь, так и проведешь. В общем, включаю я шансон. И под шансон до дому, до хаты. Пишите комментарии.